Охота на зайцев, лис и корсаков открывается с 1 ноября. Об этом рассказали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Вновь напомнили о правилах. Каких именно? В сюжете Артема Клеван. Охота на пернатых в Павлодарской области началась с сентября. Сейчас объявили о разрешении на отстрел пушного зверя. Осенне-зимний сезон продлится с 1 ноября по 15 февраля. Но это только на лесу, зайцев и корсаков. Железинка, как бы Успенка, Качира, везде дичь есть. Везде закрепленных охотугодиях, практически везде. А в резервном фонде, вот, которые остались, у нас в этом году открыта охота по Иртышскому району полностью. Весь район открытый для охоты. Снег еще не выпал, и охранники природы надеются на сознательность охотников. Обязательно выходить с собаками, чтобы не просто ранить животное и оставить умирать. Следы без белого покрова найти нереально. Напоминают, отстреливать одному человеку можно не больше 5 особей. За косулями ходить только в сопровождении егеря. Артем Клеван, Дмитрий Моисеенко, телекомпания.